Так, ребята, всем привет. Сегодня у нас 20 мая. Ветерочек в 5:30 вечера. Наконец-то задул. Но сейчас 6, конечно. Камеру мы взяли в 6 вечера. У меня есть полчаса до вечернего эфира, чтобы катнуть на вот этом замечательном кайтике. Smile 3 от Paravis в 15 размере. Затянул, правда, тренер я уже хорошо. И... где там наша доска? Итак, дует метров 5-6, порывчики, наверное, метров до 8. Небольшой отжим у нас сегодня на Ясенской переправе, но великолепное, если вы видите. Небо. Этим небом можно только восхищаться и смотреть бесконечно. Сегодня бегали зайцы, перебегали дорогу фазаны. В общем, дичи немерено. Ну и рыба, конечно, плескается. Погнали. Как тебе погода на Ясенке после вчерашнего шторма? 19 метров. Очень солнечная сегодня погода. Вода теплая. Ощущение, что вчера не было такого ветра. Ну вот, выход из воды получился. А, мать 50-й мачта в лимане. Обмельчало с майских праздников, стало чуть поменьше, но дальше у нас будет глубины предостаточно. И 80, 90 и даже 110. В мае обычно лиман наполняется много. Сейчас после вчерашнего шторма. Майл третий. А еще раз напоминаю, что он не для новичков. Не надо его брать как первый парафойл, потому что вы с ним будете. Короче, не берите. То есть это нужно людям уже хорошо знающим и оценивающим поведение кайта. А для начинающих производство Paravis Smile 2. Иончики дружелюбные, простые кайты в управлении, на которых вы быстро, спокойно и в зимнее время можете спокойно кататься. Мы продолжаем вести тесты нового прототипа доски от MD. Flapjack 125 на 48. Вот. Маленькая доска, отличается большей жесткостью. Интересно для прогрессирующих в гидрофойле. Ну, мне нравится. Так что вот раскатываюсь, смотрю, какие есть недочеты. Изменения в тираже будут, не сомневайтесь. Значит, что. Но то, что МД сделал 125-ю доску, дополнительно к 146-й, очень даже неплохо. Хороший кайт, но есть в нем свои особенности. Я про это уже говорил. Кому нужно, пишите. Если кто не видел, кину ссылочку. У нас стоит на всю следующую неделю с небольшими перерывчиками в течение дня, но кататься можно. Так что мы здесь будем до конца сентября все лето. Тренировки кайтсерфинг у нас ежедневно ветреные дни с 10
до 18, иногда до 19 или 20 часов, это уже как будет потеплее. Но вода греется очень быстро, не поверите. Вчера было шторм 16 градусов. Сегодня прогрелась лиман к 3 часам. Уже можно было купаться, но гидрик все-таки не помешает. Так что, кто будет приезжать и собирается приезжать, все равно трешечку гидрик нужен. О, задуло. Приятно, конечно, покататься в таком раздолье, и весь лиман персонально твой. Это, конечно, спасибо судьбе, что ты даешь возможность кататься летом на море. Да, многие скажут, что это наша работа, но это хобби в первую очередь, да, которое тебе нравится, которым мы занимаемся круглосуточно, фотографируем, делаем ролики, делаем отчеты. Мне это лично очень нравится. И каждый выход с кайтом, это, конечно, немножко, даже сейчас уже происшествие больше 10 лет, это трепет. Почему нас называют ветрозависимым? Да потому что мы постоянно следим за прогнозом, постоянно смотрим, где дует, как дует, а где лучше дует. И поверьте, таким ветрозависимым уже 100 километров не клюк. А кто-то к нам на Ясенку сюда приезжал просто на выходные, на пятницу, субботу, воскресенье покататься. Вот это, конечно, были отчаянные ребята, но место дороже, лиман чистенький, он не зацветает. Летом медузки здесь стали тоже появляться, так как все-таки, ну, не в самом лимане. Лиман, наверное, единичный случай на море, там, где мы катались в предыдущие ролики, посмотрите. Но здесь, конечно, намного меньше медуз, чем летом в Крыму. В Крыму, конечно, мы там падали всем телом на роту медуз, и кто-то даже обжигал. Вечерняя сессия закончена, так что, как сейчас это принято говорить, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Кайт на Ура, спрашивайте, будем отвечать на ваши вопросы. Кого что интересует, какую информацию заснять, что сделать, пишите, короче. Пишите, ждем ваших комментариев.